Рад вас приветствовать, с вами снова Александр. И сегодня я расскажу вам о коляске от компании Baby Jogger. Модель называется City Mini GT. Если интересно, предыдущий мой обзор на канале был посвящен City Elite модели, а это моделька, которая предназначена, наверное, для тотального бездорожья, для вообще любой абсолютно поверхности. Пройдите обзор, посмотрите обязательно. А эта моделька, она предназначена, наверное, больше для такой более городской эксплуатации. Также она, конечно, для бездорожья хорошо подходит, но все-таки больше город, парк, еще что-то. Зимой прекрасно себя чувствует. Поэтому сегодня мы с ней о ней с вами поговорим. Перед обзором в двух словах технические характеристики. Весит она 9,5 килограмм и выдерживает ребенка аж 29,5 килограмм. Это вплоть, наверное, до 5 лет можно возить ребенка. Вот, это краткие такие технические характеристики. А теперь начнем с вами изучать сверху вниз, как обычно. Начнем мы с вами изучение с ручки. Ручка здесь, как и в Elite, регулируемая по высоте. Диапазон регулировки классный. Под любой рост можно подогнать. Что мне нравится, ручка здесь бита резиной, что дает такой уверенный хват, не скользит, она не трепится, как губки. В этом плане все отлично. Что касается козырька, козырек здесь, друзья, вообще отличный. Он состоит из трех частей. Здесь, кстати, смотровые окошки есть и со стороны родителей, и сверху. Ну, сверху это, наверное, для солнышка, я не знаю. Вот, конечно, интересная задумка сделать и в центре тоже. Но я думаю, что когда вот так вот вы сделаете, это смотровое окошечко, если вы уменьшили козырек, будет, скажем так, замещать предыдущее. Наверное, это для этого сделано. Козырек все-таки с большим запасом. Вот. Что касается материалов, материал тактильно приятный, чувствуется, что он очень износостойкий, крепкий, порвать его, я думаю, будет большая проблема, разве что как-то резать, но этим же никто заниматься не будет. Соответственно, вот козырек можете оценить, он реально достойный. Что касается самого сидения, сидение здесь большое, соответственно, ребенок сюда будет легко помещаться. Что касается безопасности, пятиточные ремни, мягкие накладки есть и на паховой зоне, и на плечевой зоне. Также сейчас в подарок идет бампер, поэтому при покупке просите обязательно бампер, чтобы вам дали. У бампера есть такое, знаете, преимущество по сравнению с многими другими. Он регулируется по высоте, реально в три положения. Ну, реально это очень удобно, а то иногда стоит так как-то не пойми как, вот тут у носа ребенка, это не круто, вот так вот здорово. Единственное, что из минусов, чтобы посадить ребенка, он не откидывается как калиточка, в этом плане мне вот не понравилось. В принципе, во всем остальном великолепно. Что касается подножки, подножка здесь вот она вроде бы как бы типа и регулируется, но она никак не держит ножки, поэтому подножка здесь вот такая, какая есть, друзья. Вот. Так, что касается регулировки наклона спинки, здесь обычная система из ремней, опускаем, вот, и получаем достаточно много места для ребенка. Вот можете посмотреть, места действительно хватает. И также есть накидочка, которая убирается. И здесь у нас сеточка. Летом, когда под пальмочкой уложили ребенка поспать, вот, пожалуйста, вам микроклимат своего рода. Не надо, закрыли, и все прекрасно. В этом плане все отлично. Так, давайте пойдем дальше. Изучение, соответственно, немножко поговорим о раме. Рама здесь металлическая, достаточно прочная, я ее по-всячески просто поюзал, поддавил, понажимал, ни скрипа, ни люфта, ни зазора, ничего, короче, все здорово, все отлично. Что касается колес,
Колеса здесь не обслуживаемые. Имеется в виду, что, как обычно бывает внутри на надувных колесах, камера здесь, может быть, она там внутри есть, но здесь ниппель, он с заглушкой, и как производитель заявляет, вы их не проколите и тем самым можете не париться. Все отлично. Что касается амортизации, давайте сразу посмотрим. Спереди здесь прекрасная амортизация, сзади она тоже есть. Соответственно, комфорт ребенку будет более чем достаточный. Что еще мне нравится, когда, например, вам нужно упаковать коляску в багажник, а колеса мешают. Здесь очень удобная система, как их снимать. Кнопочку нажали, и колесо слезло. В этом плане, не знаю, кому-то это вообще не важно, но мне кажется, это полезная вещь иногда. Что касается багажника, багажник здесь достаточно большой, вместительный, с высокими бортами, как вы видите. И вся нижняя часть из плотной ткани, не сеточки, поэтому порвете вы ее маловероятно, что порвете. Так, и переднее колесо, естественно, с возможностью блокировки. Так, лок вверх, вот. С возможностью блокировки, вот. И, соответственно, можете преодолевать тотальное бездорожье. Вот, в этом плане проблем никаких. Также легко снимается. Так, давайте теперь посмотрим, что она из себя представляет в сложенном виде. А, нет, давайте сначала поговорим о тормозе. Здесь, кстати, тормоз. Я во всех обзорах всегда говорю свое мнение о тормозе. Я не люблю ножные тормоза, которые ковырять нужно обратной стороной обуви. Это мне не нравится. Здесь самый-самый классный ручной тормоз. Все, ничего ногами вы не делаете. Обратно. Все, вы поехали. Идеально. На мой взгляд, идеально просто. Так, давайте теперь сложим ее и посмотрим, что она из себя представляет в сложенном виде. Чтобы сложить, здесь есть под ребенком ремешочек, за который мы просто дергаем, и она складывается. Ну, смотрите, по-моему, вообще отлично, компактно, удобно, здорово. Вот фиксатор есть, чтобы она не разложилась самопроизвольно. Поэтому все замечательно. Так, в принципе, что еще я не рассказал вам про коляску? В принципе, все. Еще в комплектацию дождевик не входит, к сожалению. Его нужно будет докупать отдельно. Но дождевики сейчас стоят по 200 рублей. Ну, что за это вообще говорить? Вот. Теперь в двух словах мое мнение. Скажем так, ее более внедорожная версия Elite мне очень понравилась. Суперская коляска. Но кому-то она может показаться большой. Слишком она какая-то громоздкая. Может быть. Мне лично нормально. Кто хочет колясочку вседорожную, назовем ее так, и визуально не громоздкую, то тогда лучше обратить внимание на эту модель. Кстати, по поводу того, что там трехколеска, на мой взгляд, вот это ошибочное мнение, что она неустойчива, еще что-то. Вы что, на скорости боком куда-то валите? Но это же так не происходит. Вот, поэтому с бордюры аккуратненько задними колесами все это спокойно решается по ребрике. Вот, как вариант, кому поменьше, но вседорожную коляску полноразмерную, вообще суперский вариант. Из минуса, вот подножечка здесь реализована, ну, вот как-то так. Ну, никак, короче. Но регулируется по высоте бампер, тоже здорово. В принципе, решать, как говорится, всегда вам. Ну, вариант достойный, мне кажется. Если уже вы не кладете ребенка спать надолго, и вам не нужно большое пространство для ног, чтобы все было вытянуто, то зайдет, я думаю, вам отлично. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне снимать больше для вас обзоров. Вот. И в заключение, большое спасибо первой коляске за предоставленный обзор Baby Jogger Mini GT. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго, до свидания.